Элита швейного производства, известная по всей стране, Новочебоксарская фабрика отметила 25-летие. На торжественном мероприятии присутствовал и глава республики Михаил Игнатьев. Пермь, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск. География магазинов «Вестер», дистрибьюторов фабрики обширная. Сегодня в мужских сорочках от чувашского производителя ходят известные бизнесмены, политики и общественные деятели. Девиз предприятия – мужские сорочки, созданные в России, должны отвечать высочайшим мировым стандартам. К 25-летию со дня основания швейная фабрика выпустила новую коллекцию рубашек. Большой ассортимент продукции отметил и Михаил Игнатьев. Предприятие знавало разные времена, но всегда старалась держаться на плаву. Когда рубашки в цехах шили, а продавать не могли, склады были заполнены, соответственно, и зарплату надо вовремя выплачивать, оборотных средств не хватает, но они всегда искали новые варианты решения всех тех вопросов, которые возникали и возникают на потребительском рынке. Главное на празднике – это работники фабрики, ветераны. Люди, стоявшие у истоков ее создания. Мы к этому празднику шли. Много было и разочарований, много было сложностей. Но без сложностей что ж за жизнь такая, если все хорошо? Без этого нельзя. Хочу поблагодарить вас, весь коллектив, с тем, что, несмотря ни на что, вы работали, работали, работали. И мы вместе с вами. Стабильная работа коллектива швейной фабрики – это, прежде всего, регулярное пополнение городской казны. Республики. Выражаю слова искренней признательности за добросовестный труд на благо нашего любимого Новочебоксарска. Желаю вам творческих успехов, реализации всех намеченных планов и финансового благополучия. 25 лет только начало, отмечают работники фабрики. В юбилейный год «Элита» запустила новый бренд мужских сорочек. Ему всего 34. Как отмечают разработчики, эта линейка мужской одежды более свободного характера. Название выбрано не случайно. Считается, что классическая мужская сорочка состоит ровно из 34 элементов. Говорят, что современный мужчина достигает пика своей формы к 34 годам. Так или иначе, но магия цифр в полной мере отражает абсолютно новый бренд фабрики. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.